Передача на три семерки не получилась. Орехов, если бы на Метальникова сыграл, у одного 77-й номер, другого 7-й. Вполне можно было представить волшебную комбинацию. Потеря за потерей. И вот он, пас на Пятачок. Гол! Акбарс выигрывает этот матч. И шайбу забрасывает кто? Понятно, кто. Александр Радулов. Да, первая победа в овертайме для казанского Акбарса в этом плей-офф. Дмитрий Воронков, конечно, увидел подключившегося Александра Радулова. Такое впечатление, что то ли со скамейки запасных выскочил капитан казанского Акбарса, то ли как-то из глубины открылся за спину всем игрокам на адмирала.